15 лет назад из протестантского собора в Швейцарии в римско-католический собор в столице православной страны был перевезен орган. Я рассматриваю это как прекрасное проявление экуменизма. Но не только. Я думаю, что в нынешние времена конфронтации особенно важно сохранять пространство для дружбы и сотрудничества по темам, объединяющим нас всех. В данном случае это искусство и музыка. Здравствуйте, меня зовут Мартин Хайне. Я швейцарский концертирующий органист из Люцерна. Очень рад участвовать в международном рождественском фестивале в Католическом соборе Москвы. Приглашаю вас на концерт 8 января. Я буду выступать вместе со знаменитым музыкантом, играющим на альпийском роге, Аркадием Шилклопером. Поздравляю вас с Рождеством, желаю счастья в наступающем году. До скорой встречи!